Что вы думаете по поводу Москвы как международного финансового центра? Считаете ли вы, что Москва станет финансовым центром в ближайшем будущем или в далеком будущем? Каковы ваши прогнозы? Вы знаете, Москва понемногу становится финансовым центром, но происходит это очень медленно. Москва становится финансовым центром, потому что валюта является более-менее стабильной, и окружающие нас государства реально используют рубль в расчетах друг с другом. Но для того, чтобы стать сильнее, нужно сменить экономическую политику. У нас есть два подхода. Одни считают, что Москва станет международным валютным центром тогда, когда здесь будут заниматься инвестиционные фонды, хедж-фонды различного рода спекулятивными операциями с ценными бумагами. Вот он сейчас является доминирующим. Другая точка зрения, которую придерживаюсь, я считаю, заключается в том, что Москва станет международным финансовым центром, когда будет развиваться реально сектор экономики. Вот когда победит вторая точка зрения, тогда вопрос формирования рубля как такой серьезной валюты, Москвы как международного финансового центра, встанет очень реалистично в повестку дня. Нужно вкладывать деньги в аэропорты, в строительство заводов поощрять, нужно восстанавливать свою авиационную промышленность. У нас есть прекрасная возможность полностью восстановить всю линейку строительства самолетов, всю линейку, от самых маленьких до самых больших. Дороги надо строить, нужно образование стимулировать, в том числе финансово стимулировать. Если все это будет делаться, она станет. Если экономическая политика не будет сменена, если у власти останется гайдаровская команда, которая, как мы знаем, во многом несет ответственность за коллапс экономики в 90-е годы, тогда этот процесс займет значительно больше времени. Но рано или поздно все равно будет. Да, спасибо.